Презентация детской книги под названием «Поляна сказок» состоялась в новой модульной межпоселенческой библиотеке. Сюда пришли ребята, участники конкурса и взрослые, помогавшие им в оформлении работ. Сотрудники Богдинско-Баскунчакского заповедника рассказали, что всего в конкурсе «Сочиняем и рисуем сказку», который прошел в рамках всероссийской акции «Марш парков», участие приняли более 60 человек. Но в сборник вошли только 27 произведений. Особенностью, в принципе, конкурса было не только написание самой сказки, но и рисунки должны были предоставлены выйти к этой сказке. Все победители конкурса получили подарочные издания. Книга «Поляна сказок» оформлена очень красочно. Ее приятно держать в руках, но самое главное для каждого из ребят то, что он вошел в число авторов этого проекта. Я написала рассказ «Три поросенка». Он отличается от известного рассказа тем, что в нем присутствует природа, так как нужно вести себя на природе, то есть не ломать деревья, не жечь костры, не вырывать птичьи яйца. Я написал рассказ «Ручеек». В нем пишется о том, что нельзя загрязнять водоемы, но это приносит вред природе. Я написала рассказ «Хорик и дед Иван». О чем этот рассказ? Там говорится, как Хорик спас зерно от мышей. Я написал сказку о семье Сайгаков. В нем рассказывается о природе, что тоже нельзя загрязнять природу. Я написала рассказ «Огненный лук». В нем говорится о том, что надо любить, беречь природу, заботиться о ней, ухаживать. Я написал сказку «Березка». В ней рассказывается о том, что надо следить за природой, не загрязнять ее и стараться делать ее только лучше. Я написал сказку «Как мук урок преподал». В этой сказке говорится о том, что сейчас люди сильно загрязняют природу, и ее надо очищать и больше заботиться о ней. Все сказки в книге связаны с экологией родного края. Дети уверены, что каждый человек должен беречь и охранять природу. А сотрудники Богдинско-Баскунчакского заповедника, в свою очередь, уверены, как и Сухомлинский, что дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. И с этим не поспоришь. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.